Добрый день. Тут такая тема. Немножко подофигел я от наших этих велосипедистов омских. То есть полное отсутствие логики, какой-то вот это там. Сейчас я буду рассказывать о чем. Так что если кому-то, ну вот это, ничего практического здесь не будет. Единственная польза, как пример отсутствия логики у взрослых людей. Вот, так в чем дело? Тут в чьих-то головах родился проект связать два парка велодорожкой. Ну, на первый взгляд, вроде, что плохого. Но начинаем, когда рассуждать, что получается. Во-первых, зачем связывать парки велодорожкой? Я вот понимаю, как, что есть жилой массив, есть парк там где-то рядом, посередине, чтобы люди, которые там живут, могли там прийти культурно отдохнуть. Вот. Зачем связывать два парка? То есть, если связывать, то микрорайоны, чтобы человек мог добраться из одного в другой. Связывать парки, ну, во-первых, уже как-то непонятно зачем. Понятно зачем, что приехали мы в этот парк, посидели, что-то скучно, а давай мотанемся туда, может, там что кого, какие движники. Потом мы вот. Раньше это вообще был очень довольно распространен алкобайкинг, когда где-нибудь собраться, выпить пиво, то есть собраться на велосипедах, прокатиться пару километров. И типа вот, мы покатались, здоровье прибавили себе. Вот, но сейчас это немножко не так. Но тем не менее, суть осталась та же. Вот. Посидели в одном парке, делать нечего, поехали туда. Каких-то вот этих вот, ну, то есть практической пользы нет и необходимости большой нет. Ну, встретись, созвонись, да, встретись, если тебе кто-то нужен конкретно. А чё, кого вот это вот? Ладно, ну, может быть, что-то кому-то надо. Начинает, вот это одно. Другая тема. Проехал там чувак вдоль реки, говорит, вот, тут проехать можно, чуть-чуть асфальта кинуть, и все будет велодорожка. Ну, сказал бы, это ребенок, там, не знаю, 10-летний, еще можно было. Девочка 15-летняя, ну, можно понять. Ну, мужик, которым там за 40, под 40, когда такие вот вещи говорят, ну, я как, ну, как, меня просто. Во-первых, есть куча разных законов. Вдоль реки, там, всякие водоохранные и прочие. Эти законы. Земля, опять же, нет ничейной земли. То есть это уже. Это раньше было все вокруг. Что там, советское, все вокруг мое. Можно было там завод снести, построить или там еще что-то, дорожку. Сейчас земля чья-то. Когда там пишут взрослые люди, что там забор чуть-чуть перенести. Ну как? Чтобы его чуть-чуть перенести, это надо договориться с собственником земли. Хочет он, не хочет ее переносить. Если даже убедили его как-то отдать, потому что чтобы ее продать, эту землю, это там столько всяких бумаг, аукционов и так далее. И потом ее может выкупить не мэрия, а там кто-то. И тогда поставить там шлагбаум на своей земле. То есть это, ну, реально действительно переговоры, это все. Ответы, это тянется месяцами, годами может тянуться, если даже и есть согласие предварительное, что да, мы готовы отдать этот кусок земли. Дальше, не всегда землю можно отдать. Допустим, железная дорога, у них положено 40 метров, по-моему, или 15, что-то. Ну, там какие-то нормы для строительства, для еще каких-то вещей разные, железные дороги, и там может. И рады бы они отдать вам вдоль дороги, но они, ну, нельзя там строить, допустим. Также вдоль реки свои есть какие-то хитрости. Ну, я не знаю, есть они, нету, но могут быть. Вот когда там они говорят, или там какие-то ворота, надо их это, там дорога там куда-то ведет, вот ее можно использовать. Как если там дорога куда-то ведет, значит по ней кто-то куда-то ездит на машине. Соответственно, значит. Либо надо тогда сделать подъезд другой какой-то, либо делать рядом, параллельно. То есть, а вот так вот, что машины ездить здесь не будут, будут ездить велосипедисты. Ну, по-моему, чушь. Дальше какая тема? Там, просто не стал я
там, вам показывать, где, что, какие-то назвать конкретные места. Это, ну, не только из Омска смотрят. Что там еще? А, под мостом проходит. Ну, когда там есть грунтовая дорога под мостом, там, ну, это... И народ там как-то лазит. Это еще одна ситуация. Когда там хотят сделать дорожку, это совсем другая ситуация. Это надо проверять почву, не делать какие-то земляные работы под мостом через реку и Иртыш. Ну, это... Мало ли, может, вы там что-то копнете, не в том месте мост рухнет. Это же все надо... Значит, надо производить изыскания. Земельные эти изыскания – это вещи недешевые. Потом там же разные, и какая там почва, и как она там промерзает, и как она весной, да куда вода поднимается, и так далее, и так далее. Потому что можно сделать, ее там зимой вспучит, и она все развалится. Вся дорожка. Или там весной ее паводком смоет. Или еще что-то. То есть это, когда люди заявляют, сделайте вот так вот, типа фигня. Копеечный вопрос, вовсе не копеечный. Дальше, если дорога идет не там где-то вдоль тротуара, не вдоль магистрали, по всей видимости, туда должны быть какие-то подъездные пути. Ну, потому что в чем проблема, как сказать, вполне может, что кто-то столкнулся, или ехала группа, неслась там людей, там человек 5 со скоростью 30-40 километров, навстречу кто-то столкнулись, завалились. 5 человек с переломами. И если там не будет до ближайшего, скорая сможет остановиться только в 2-3 километрах, никто их не понесет, только добивать. И то потом трупы куда там же закапывать, что ли. То есть, соответственно, должен быть проезд. Соответственно, либо по самой дороге, тогда, значит, надо ее учитывать, что там периодически будут ездить какие-то машины. Если ездить периодически будут машины, то возникнет желание у кого-нибудь пробраться куда-нибудь на легковушке. Соответственно, надо какие-то либо ГАИ, либо еще что-то, чтобы туда никто не залазил на легковушке, на частные там. Далее. В вечернее время есть какие-то камикадзе, которые носятся ночью без фонарей по дорогам общественного пользования со скоростью там под 30-ник, значит, по велодорожке они тоже будут носиться. Значит, надо какое-то освещение. Провести несколько километров освещения, где его не было. Столбы поставить, опять это. Изучить, что там за грунт, какие столбы ставить, каждый столб сколько стоит. Можно посчитать. Опять же, откуда их запитать? Это тоже, ну, это же не фонарик на батарейке. Запитать. Для примера, тут недавно был в одном поселке, надо будет съездить, сниму, может, с альтернативной энергетикой столбы. У них солнечная батарея и эти ветрячок. И там, по-моему, 5 столбов, из них у одного ветряка вообще не было. Ну, по-моему, 2 крутилось. Ну, то есть в районе половины уже нет. Потом поселку, ну, что-то там пару лет. Вот. То есть срок службы ветряков. Что еще? Значит, надо делать, проводить откуда свет. Тянуть это все, это значит какую-то подстанцию. Сколько стоит сделать небольшую какую-то будку распределительную? Дальше. Какие еще затраты? Раз кто-то ездит, люди спортивного вида, туды-сюды, вполне могут возникнуть какие-то там терки, непонятки, начнутся разборки. Значит, надо полиция, чтобы туда могла как-то прийти, или там, если столкнулись. Допустим, один человек ехал на велосипеде, там за 200 тысяч, другой за 200. Столкнулись, и кто кому должен денег, это надо вызывать ГАИ. Еще очень интересный вопрос, я его не изучал, но... Как юридически, что такое велодорожка? То есть велосипед – это транспортное средство. Соответственно, дорога для транспортного средства это подпадает под обычные дороги. Значит, надо там, вот, соответственно, все эти документы, все, чтобы прокуратура ее не заставила перекопать.
либо это все-таки считается какой-то пешеходный. Вот, то есть вот этот вопрос юридически. Далее, бывает, вот вода поднимается, значит, надо там как-то край обозначить, перила сделать, если там как-то, ну вот она, чтобы грязь с грунта, ну, с обочины не тянули туда. Значит, это еще какие-то делать надо. Забор, опять же, забор не будет же, это какую-нибудь просто трубу. Надо какой-то фигурный. Опять же, если мы сделали это, надо какие-то сделать по-хорошему. А, ответвление там никто не сделал. Просто соединили два парка, и никуда с этой дороги деться тебе некуда. А если устал? А если, ну, еще что-то понадобилось? Извиняюсь, туалет захотел посреди дороги. Куда деваться? Значит, нужны какие-то, ну, во-первых, ну, чтобы она была более функциональной, что едешь туда, раз, там, свернул, там, в свой какой-то микрорайон, еще что-то. Туда, значит, надо какие-то свертки делать. Опять же, где-то посидеть, отдохнуть. Ну, то есть, какие-то скамеечки должны быть. Ну, ладно, фиг с ним, не можешь, не ездить, не надо тебе скамеечек. Ну, тем не менее, проткнул колесо. Винтик отвинтился, тебе надо все равно где-то на обочине сделать, ну, не посреди велодорожки, ты встал, там колесо качаешь или там что-нибудь, не знаю, ну, винтик какой подвинчиваешь, что-то там, ну, случилось. Значит, надо какие-то вот типа карманов делать. Вот. То есть, а для людей как-то вот, а, вот там вот я, то, что ты летом проехал, ну, это одно. По грунтам, а то, что там, вот, допустим, вот я место знаю, сейчас там хорошо ехать. Но с марта начинает таять по середину мая, там грязище. Соответственно, там это надо поднимать, эти места. Опять же, вроде проехал, бывает, а вот один кусочек, он там вот сейчас он сухой, а может после любого маленького дождика там лужа. И все. И как? Значит, это надо места там, ну, перепады этих высот смотреть. Никаких вот этих нету, зато, а вот надо, мы хотим, на городу нужна велодорожка. Ну, можно ее сделать, конечно, там нарисовать, там кинуть асфальт на без щебенки, его там за два, там, не знаю, за лето за два разобьют, ну, отчитаться сделали, а это уже потом, текущий ремонт. Да ладно, что у вас, горные велосипеды, что по кочкам не проедете, что ли? Вот такие вот у нас странные ребята, велосипедисты. Ну вот опять же, на мой взгляд, велосипед это средство передвижения. И если мы его именно позиционируем как средство передвижения, тогда мы что-то требуем, что мы, нам надо, то есть мое конституционное право, свобода перемещения. Я хочу перемещаться отсюда. Там, не знаю, с точки А в точку Б на велосипеде. Там, не для этого надо то-то, то-то. Если же велосипед это средство развлечения, когда нечем заняться, вот, а, смотаемся на зеленку, поглядим, что кого там, а, что-то скучно, а, смотаемся в совок, а, что-то в совке тоже скучно. Поедем, пиво попьем. То есть, ну, то это совсем другая, тогда можно сказать, да идите, сиди просто дома пиво пить. Как, опять же, вот у нас любят велодорожки, вот я там еду, а там пешеходы идут. Ну, хочешь гонять, вон трасса там, не знаю, у нас есть. На Новосибирск неплохая сейчас, на этот, в Казахстан по Чарлаку. Вот. Едь, катись, если тебе нужна скорость. А если... парки, это, я все-таки думаю, это именно для пожилых людей, для детей, чтобы там неспешно, там 15 километров, ну, максимум 20, там, не знаю, с девушкой мы не спи, там, допустим, едешь не спеша, там что-то разговариваешь, или там с друзьями, ну, вот для таких, а не для того, чтобы гнать, потом, что такое, что там, какие-то проблемы. Вот, такая вот, блин, тут вроде казался человек немножко адекватным, привел свои аргументы, ни одного, как сказать, возражения по существу, а только такие какие-то, а вот нужно,
Мы как в Европе. Ну какая Европа? Мы Азия. Там сколько надо там на 1000 километров, наверное, сдвинуться тектоническим плитам, чтобы мы оказались в Европе. Вот. Такая тема. При этом, опять же, ну, когда вы что-то там придумываете, надо же учитывать и, как сказать, финансы. То есть, вот получается, значит, и изысканий там земельных на миллионы рублей, строительство этой дорожки миллионы, там освещение еще миллионы, решение всяких вот этих земельных вопросов, это месяца, года. То есть, так вот, не знаю, а давайте вот надо здесь, мы хотим. Ну, то есть это как минимум несколько миллионов рублей, ну не миллионов, а десятков, по всей видимости, потребует. Это потребует несколько лет, потому что согласовать земли, там все изучить. Вот. И это все в городе, в котором нет просто дорог обычных. Я и процентов, не знаю, 80, наверное, 90 надо ремонтировать. Не ямочный, потому что там одни заплатки, заплатка на заплатке. А они чуть-чуть уровень это, не совпадает, и все равно едешь. Ну еще на машине-то ничего там небольшой. На велосипеде-то вот только на двух подвесе и ездить. Что, ну то уже просто боюсь, что развалится рама у обычного горного. Нет двух под без заднего амортизатора на этих выбоинах. Так вот, потом, ну, на мой взгляд, надо начинать с главного. То есть, когда у нас есть дороги, то есть, что есть общественный транспорт, может, когда есть тротуары, чтобы люди могли пройти, тогда можно думать уже о велодорожках, еще о чем-то. Вот, а так, не знаю, по-моему, просто люди как-то, ну, или в каком-то иллюзорном мире живут, не в России, не в Омске. Либо это как, ну, опять же, ну, хорошо, когда там, допустим, работаешь ты где-то в одном месте, а там это, и ты можешь там ездить каждый день по этой дорожке, она тебе нужна, но процентов 90 этой дорожкой будут пользоваться там от случая к случаю, а по дорогам общественного пользования будут ездить, ну, намного чаще, если не ежедневно, то все равно чаще. Опять же, к этим паркам связать два парка. А как попасть в парк? Парк, получается, едешь ты, значит, по общественным дорогам, все нормально, тебе, значит, не страшно. А вот от одного парка до другого тебе вот дайте велодорожку. Причем там довольно широкий тротуар есть. Широкий, хороший, с асфальтом, где вполне можно проехать. Хочешь нестись под 50 и едь по дороге, там как раз, ну, если из советского парка на зеленый ехать, там под уклон, там действительно на некоторых участках можно разгоняться, ну, очень хорошо по дороге. Несись по дороге, хочешь ехать медленно, вот он тротуар там есть, едь, ничего не мешает. Ну, единственное, там вот, да, мост, как там такая развязка двух дорог, что приходится там переходить дорогу, видимо. Но опять же, если ты едешь как ну, транспорт, я без проблем проезжал, как правило. А в одном направлении даже есть пешеходный мостик, там можно чуть объехать. Там объезд, конечно, дорога похуже, но тоже частность. То есть вот такая вот просто вот офигевая от людей, потом люди активные начинают вот это вот все как-то пропагандировать, куда-то писать в эти, то есть, ну, вы пишите про то, что реальные проблемы, которые касаются там 90%, а то, что вам скучно в одном парке, вам в другой надо там или еще, ну, ну едьте по дороге, доедешь, никуда ты не денешься. Вот. То есть и на это потратить огромные деньги. Потом, ну ладно, деньги, так, ну вот просто там, опять же, земля непонятно чья. Там завод, там еще что-то.
То есть, ну как, ну вот у взрослых людей отсутствует логика. И причем это ладно, вот эти вот люди, они просто там, ну, попишут бумажки по это, но в мэриях там в этих сидят точно такие же люди, которым вот, а давайте сделаем. А фигня, что там этот завод. Начнем делать, а там решим. А потом ничего не решилось, и получилось, что там дорожка ведет никуда. Или там, а это сделали, а потом какая-нибудь прокуратура, а нельзя под мостом делать, что не предусмотрено проектом моста, это вот и все это перекопать. Или там, не знаю, сделают, оно потом смоет, провалится. Потом примеров-то, ну, вот, могу несколько показать, где некачественно. Тут в одном месте вот есть дорога общественная, ну, как для транспорта, там она все время проваливается. Почему, я не знаю почему, но там ее лет за 10, раза уже 4 ремонтировали, то есть года на 2 хватает, потом вот вместе она снова проседает. Почему? Ну вот что-то неправильно сделал. Или в том году сделали пешеходную дорожку на одной из улиц. Все, она там тоже в нескольких местах просела, провалился асфальт. Если ту же набережную в Омске делали, Иртышскую, через год там уже кое-где она попроседала. Так это извините, там ее строили несколько лет, ее планировали, ее там делали, и то были проблемы. Но опять же, там хорошо она выложена этим брусчаткой, что убрал там, не знаю, подсыпал песка, там гравий, или там забетонировал, снова положил. Чем асфальт, который там будут стыки, вот эти вот неровности, перепады, плюс какие-то еще, но ну, через несколько лет при ремонте она сама станет вот такой вот. Без ремонта она... О. Потом проблема же не только там у нас, и дороги, и тротуары, это еще, это вообще проблема отдельная, когда там негде пройти, не подойти. Там, не знаю, какие-то пустыри в центре города, точечная застройка, ну, проблем куча. У нас люди заняты, вот. Зато мы как в Европе, у нас есть велодорожка. По мне, так давайте я буду лучше в Азии, так не надо мне никаких велодорожек. Вот я вот сам езжу, ну, меня вполне устраивает нормальный асфальт, когда на проезжей части. Когда не надо вот так вот ехать ни мне, ни автомобилем. Что если я, ну я, как говорится, по прямой еду, автомобиль, мы едем параллельно, и никто никому не мешает. Вот. Или транспорт общественный, когда ну, на велосипеде приходится ехать, потому что не на чем доехать будет. В какие-то места ходят раз в полгода автобус. Так далее. Ну вот такая вот наболела, просто захотелось поговорить, повозмущаться, и вот, поудивляться с людей, как вот нету, ну как вот у взрослых людей с каким-то таким вот наивно-детским мышлением. Вот, ладно, благодарю за внимание, если кто-то досмотрел до конца. Всего доброго, удачи, надеюсь. Все-таки здравый смысл когда-нибудь восторжествует.